Кричащие лейблы европейских домов моды сегодня вне моды. Креативная одежда начинающих российских дизайнеров медленно, но верно заполняет улицы больших городов. Поскольку я очень люблю свой родной Одинцовский городской округ, я очень хочу, чтобы наши женщины красиво одевались, имели возможность и доступ к красивой бижутерии, красивым тканям, красивым платьям и костюмам. Красота плюс комфорт – формула летней одежды. Ведь в жаркие дни так хочется отдохнуть после трудового дня. Летящие яркие платья из натуральных тканей не стеснят движения и подойдут для динамичного дня и вечерней прогулки с друзьями. И никаких возрастных ограничений. Быть женственной и прекрасной можно и нужно в любом возрасте, уверяют дизайнеры. Миссия нашего бренда – первое – это доступность. Второе – чтобы каждая женщина чувствовала себя комфортно и раскрывала свою женственность и неотразимость, как говорится, то, что в тебе внутри, одежда только подчеркивает. Увидели девушек в корсетах, не удивляйтесь, их носят самые смелые и искушенные модницы. Как отдельную вещь, так и модный аксессуар поверх повседневной одежды. Бельевой стиль, в принципе, можно адаптировать под нынешние реалии, вообще под современную жизнь, под быстрый ритм. То есть это можно не только куда-то одеть на съемку или какое-то мероприятие. Это можно просто выйти на улицу. А вот современная молодежь выбирает стиль 90-х. Открытый живот и топы под пиджак, сетки и заниженная талия, бриджи и дерзкие цвета. Выделиться можно и с помощью креативной сумки. Например, дизайнер Анна Балагур использует для их создания и живопись, и керамику, и вышивку. Для женщин, которые любят необычные яркие аксессуары, которые хотят дополнить свой повседневный образ каким-то таким необычным элементом, которым будет показывать настроение, показывать ее стиль. И, конечно, не забываем про украшения. На первом месте все натуральное. Громоздкие цепи, опять же, из 90-х, можно одеть под утонченное платье. Здесь главное, чтобы было из чего выбрать, считает Дарья Ростовская. У меня философия в том, чтобы у каждой девушки была своя собственная шкатулка и целый гардероб украшений. И утром, когда просыпаешься, открываешь, есть возможность выбора и создания для себя настроения. Ведь именно настроение делает красивой любую женщину в любом наряде. Поэтому главное выбрать свой собственный стиль с учетом модных тенденций и не забывать перед выходом из дома про главный аксессуар – вашу улыбку. Полина Бахова, Фарид Харидинов, телекомпания «Одинцова».